Всем привет, ребятки, с вами Флэш, сейчас буду говорить очень сбивчиво и быстро. Короче, я сейчас бегал по Рэдтауну и услышал случайно, как бьют кирками по стене. Оказывается, вот этот дом, вот, слышно, рейдят, короче, сейчас рейдят. Я быстренько сейчас затарился по полной, сбегал домой. И сейчас хочу прервать этот мега-рейд. Я очень очкую, у меня сейчас пульс 120, наверное. Короче, они там рейдят. Вот тут мой сейчас труп голый лежит. Я просто побегал по Рэдтауну, случайно услышал. Потом смотрю, лестница, откуда бьют, непонятно. Поднялся по лестнице, вот мой труп. Вот он, я лежу. Поднялся по лестнице без палева, слышу, долбят, короче. А, это, кстати, тот дом, который я пытался строить. Сейчас мы, короче, попробуем прочекать, что здесь. Я отвечаю, у меня очень сильно мандраж бьет, потому что я не знаю, сколько там людей, что они, я просто услышал звук. Фух, я просто увидел, что они уже дырку одну продолбили. И сейчас нам вообще шуметь нельзя, ни капельки. И там ребята очень-очень сильно занялись. Конкретно что-то долбят. И причем они уже продолбили довольно-таки серьезно вниз. Фух, блин, я не хочу ни одного лишнего шума сделать, потому что нельзя. Чтоб не спалиться. Так, тут чисто. Так, они уже спустились довольно-таки прилично вниз, потому что несколько... А, вот они долбят. А они голые причем. Так, ну что ж, мы тогда сделаем так, что... О, есть, все, продолбили. Пускай они за нас работу нашу сделают. Температуру и керапл какой-то. Короче, они сейчас за меня работу сделали. Слышь, просто... это ты? Эш, мы твои подписчики. Это твой дом? Подписчики, это все классно. Ну, блин, офигеть, они этот керок использовали. Ой-ой-ой. Так, сейчас нам нужно быстренько прочекать. Так, а вот лестница, да? Да, лестница есть. Сейчас мы будем держать оборону дома. Подписчики, это все круто, ну, блин, а с другой стороны, что, мне теперь вообще, что ли, не играть? То есть мне никого нельзя не убивать, ничего, все, если подписчик, то есть... Блин, получается все. Так, ну домик такой средней тяжести. Не сильно тут много чего, но ребята продолбили. За меня тут все. Блин, да тут ни хрена нет у них. Чего мне долбили, вообще не ясно. Угля хоть набрать, что ли, тогда. Так, вот тут внизу еще в домике еще кто-то спит. Причем живой. И еще куча сундуков, сейчас мы проверим. Ну, это вот так себе ресурсиков. Кирки оставим, вдруг надо будет продолбить что-нибудь. Тут пусто. Скорее всего, они уже все забрали отсюда. А, тут еще дверь. А тут тоже, да. Короче, дом непонятно, куча вспомогательных дверей, а где конкретно, что вообще ничего не ясно. Смотрите, как труп выскочил. Фу, вот это я услышал случайно, блин. Так, ребят, уже кто-то бежит, слышу. Сейчас будет подъем, скорее всего. Сюда. По кругу кто-то бегает. Это еще не конец, да, вот. Привет. Привет. Ты что, меня не видишь? Я сзади тебя. Алло, алло. Я говорю привет. Алло, алло. Да привет, говорю. Я сзади тебя, ты что, меня не видишь? Привет, привет.
Я над тобой. Как ты меня мог не увидеть? Флэш, это ты? Да я, что, не видишь, что ли? Это твой кореш бежит? Да. Давай, подбегайте, ребятки, я ничего не это тронул. Твой дом, да? А, это не наш. Нет, да, это. Это не мой кореш, это не мой. Я понял. Это не мой дом. Бери все, что тебе надо. Хорошо, хорошо. А то ты такой вот. Хоп, мы аж испугались. А ты сейчас пишешь? Да. Забирайте все, что вам надо, там толком нифига и нету. Так, ну в общем, прибежал опять обратно один из этих двух, забирает весь оставшийся лут. В принципе, что я тут делал? Только угля, чуть-чуть серы, чуть-чуть металла. Там осталось дофига еще руды металлической, всяких кирок. В общем, не знаю, как вам, ребят... Я тебя не вижу почему-то. Да я на крыше стою. О, я очень... Там флэш. Я не знаю, как ты меня не спалил, я прям за тобой тут крался по крыше, и ты даже меня не заметил. Сейчас я скрин сделаю, можно? Возьми оружие в руки. Давай. Спасибо. Пожалуйста. Короче, ребят, чуть ли не автограф уже берут. Ладно, это будет такое легенькое видео. Короче, ребят, давайте тогда так. Раз короткое видео получилось. Хочешь, покажу, где наш дом? Да нет, зачем, уже скоро вайп. Так, все, ребят, убежал. Вот он, человек, который взял у меня автограф. Вон этот дом. Они подумали, что это мой дом. Потому что я сразу аж удивился, когда они у меня... Я начал стрелять, они даже еще полумертвые лежали, еще даже не написал им, кто их убил. Они сразу, флэш, это ты, короче. Даже еще не зная, кто их убил, они сразу на меня подумали. Но, скорее всего, по этой табличке, потому что подумали, что это мой дом. Но это мой, не мой дом, так, читаю. Тебе тут привет передают. Не будет сказать. Кто? Короче, придется из этого выпуска делать экстренный выпуск, потому что короткий, всего минут на 10, наверное. Вот мой, кстати, труп лежит. Я килл прописал прямо возле дома. Потому что услышал, что долбят, сразу прописал килл, быстрее бежать с дома, чтобы мало ли, что здесь, сколько людей, непонятно. Но в итоге вот что вышло. Короче, ребят, давайте уже, наверное, принимать какие-то решения. Я уже начинаю... Я уже понимаю, что мне спокойно играть не получается на этом сервере, когда 50%... Короче, игроков, это мои подписчики. Убивать никого нельзя. Кого-то стрельнул, обязательно нужно поднимать. Ну, короче, мне реально уже становится здесь абсолютно некомфортно играть. Нужно принимать решение, что делать дальше. Либо мне уходить с этого сервера, опять искать какой-то сервер. Я даже не знаю реально, куда сваливать, чтобы мне спокойно играть, себя чувствовать. Либо просто отменять это правило, что подписчик, не подписчик, убивать всех подряд, ну, не имеет. Потому что меня также убивают, что доктор меня поднял и тут же через 5 минут убил и все забрал. Короче, либо отменять это правило, там подписчик, неважно, мне пофигу, значит, кого будет убивать. Ну, действительно, сами, вот на ваших глазах все происходит. Убил чуваков и сразу весь кайф обломался. То, что, о, мои подписчики, приходится все опять быть дружелюбным. Ну, короче, не то немножко. Поэтому давайте, ребят, принимаем решение. Делимся своими комментариями по всему этому поводу. Что мне делать вообще вот с подписчиками? Как дальше? Я, допустим, в тупике. Я уже не знаю реально. Я уже куда не бегу. Я уже практически всегда уверен, что обязательно кто-то будет с моих подписчиков. Это не очень хорошо. Все, оставляю, в общем, на ваш суд все, вот, все, что здесь происходило. Даже не хочу никаких там умозаключений делать. Но действительно, весь кайф обломан, как говорится, от этого, блин. То, что рейд немножко так я, ребят, законтрил. Весь кайф обломан. Поэтому все, ребят, увидимся. Опять же, вайпа еще не было, как всегда, ждем. Увидимся после вайпа, надеюсь. С вами был Флэш.